Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и я очень рада, что ты сюда зашел. Может быть, случайно, а может потому, что уже давно подписан. Сегодня и видео совсем не в моем формате. Мне просто хотелось бы поделиться и рассказать о самом любимом времени года. И как вы догадались, судя по названию этого видео, это осень. Несмотря на то, что осенью начинается учеба, именно с этой поры начинают стартовать многие сезоны сериалов, интересных фильмов и мероприятий. Все возвращаются из своих отпусков, поездок, начинаются встречи с друзьями. Яркая одежда, прогулки по прохладному и замечательному воздуху. И не знаю, как вам, а я люблю, когда на улице не жарко, и нацепить свою любимую кожаную куртку, кеды и пойти гулять по самым уютным и прекрасным местам в городе. Как человеку, не любящему лето, осень является самой настоящей отдушиной, когда можно влезть в свою любимую одежду, в которой ты будешь чувствовать себя просто уверенно. Еще за что я люблю осень, это прекрасная пора новых проектов, когда что-то да обязательно появляется новенькое и очень интересное. Смотри. Осени также у некоторых людей начинаются новые этапы в жизни. У кого-то школа, у кого-то институт. Осенью просто хорошо, даже когда холодно и идет дождь. Ну, не знаю, как вам, я кайфую от любой погоды, которая есть в этот промежуток времени. Все равно осень согревает своей спокойностью и в то же время своим началом. Как будто это Новый год, но по-своему. Вот за что я люблю осень. И с каждым годом понимаешь, что каждый день этой прекрасной поры намного богаче, ярче и насыщеннее, чем был в прошлом или позапрошлом году. Я считаю, что голова работает намного лучше, чем летом. Но не знаю, как вам, у меня вот именно так. И мысли интересные приходят, и сценарии интересные рождаются. Не нужно включать кондиционер, не нужно оголяться, не отвлекаешься на всякие мелочи. В общем, все сразу же идет в кайф. Не зря Пушкин так круто описывал это время года в своих произведениях. Ну а когда за окном пасмурно, холодно и идет дождь, нет ничего уютнее домашних посиделок. В принципе, можно позвать друзей к себе в гости и там приготовить что-нибудь вкусненькое. Осень – это время менять жизнь. Именно осенью люди очень часто меняют работу, стиль, прическу, начинают заниматься спортом. Если ничего не хочется, можно не обязательно кардинально изменить, но найти что-то для себя новое, интересное, увлечение, почему бы и нет. Подумайте, чем бы вы хотели заняться, и обязательно воплощайте свои мечты в жизнь.
главное, не сидите дома, не давайте хандре и унынию держать верх над вами. Гуляйте, собирайте листья, ходите по грибы, встречайтесь с друзьями, рисуйте, пишите стихи, пишите музыку, если вы это умеете, конечно же. И фантазируйте, но фантазируйте так, чтобы ваши мечты стали реальностью. Ну а если дождь за окном, холодно и мокро, то зовите друзей домой и давайте разговаривать по душам. Ну а если хочется побыть одному, можно залезть под теплый плед, включить фильм или почитать книгу.